Цирк ТВ. Как всегда, в темном углу Ютуба с вами Спунчик. И я вот тут в Стиме нашел вот эту игрушку там. Про чувака, который решил прогулять школу. И что-то пошло у него не так. Куда его этот путь заведет, фиг его знает. Игрушка дешевая, недолгая, боссы есть. Прокачивать персонажа можно, почему бы и не попробовать ее и пройти для канала. Да, и хочу вас предупредить, сейчас лучше сделать немножко потише, потому что игра будет орать. Хотя, наверное, я сам звук потише сделаю. Да, начать новую игру. Хардкор, я думаю, здесь лучше не убирать из-за того, что здесь только 5 жизней, а в любой момент управление может заглючить, он перестанет двигаться. И моментально тебя убьют. Так что пройду я на легком. Не хочу из-за багов здесь умирать, и чтобы мне приходилось заново все это проходить. Не. Но нафиг, лучше по-быстрому эту игру пройти и избавиться от нее. Привет, во сколько сегодня вернешься из школы? Привет, Май, я не вернусь сегодня. Боже, только не говори, что ты опять грустишь. Ну, типа того, я сейчас сваливаю из школы. Засранец, быстро посади свою тощую задницу на парту и учи уроки. Школа состоит из стен, но мне не интересно. Но мне интересно, что за этими стенами, боже. За что мне это наказание? У всех дети как дети, а у меня фрик. Не беспокойся, я скоро вернусь. Я тебя никуда не отпускаю. Я уже звоню директору школы в полицию. И в полицию. Оставь меня в покое. Надо будет ее не заиграться, а то у меня всего есть около 40 минут, чтобы серию это сделать. О! Блин, еще я долго очень разбирался в управлении. Здесь половина кнопок на клавиатуре. К примеру, чтобы закрыть вот это окошко, мне приходится каждый раз на Escape нажимать, потому что на джойстике здесь нет кнопки выхода. Не знаю почему. Хотя что я хочу от игры, которая стоит около 150 рублей, да вроде бы она стоит. Тоже себя прокачивать можно. Не знаю, говорил я вот об этом или нет. Так, у меня похилить может. Только мне даже хилиться не надо. Но это скользит. Точнее, когда скользишь, если нажать на прыжок, он прыгнет, как ни странно. Вот здесь я могу себя прокачать, хотя... Мне сейчас ничего не надо. Ну, не вижу смысла здесь ни хп качать, ни... Ой, ни шанс крита, потому что там он увеличивается всего по 2%. Это очень мало. Легче дамаг сразу прокачать. Я даже не знаю, почему я решил пройти эту игрушку. Вроде бы в ней ничего такого особого нету. И катаешься ты так на скейте. Прыгаешь, он так сверкаешь, при этом убивая врагов. Можно, кстати, поменять стойку. Как там говорилось в начале, я быстро это пропустил так. И скейтом бить. Но он наносит очень маленькое количество урона. Во, блин, он опять завис. Он наносит очень маленькое количество урона, там где-то по одному. Нет, не зависай, не надо. Как же я не люблю, когда он так на месте виснет. Вот как, что с тобой в этот момент делать? Здесь на DMT есть враги, чтобы продемонстрировать, сколько он наносит урона. А, ну да. Сейчас я не смогу это увидеть. В этой игре нормально так косяков. Ну вот чем-то она меня зацепила, прям захотелось мне пройти. Надо, кстати, подумать, из-за чего так вообще может быть-то. Хотя о чем тут думать? Это как меня так перепрыгнул? Это на чем-то я так подпрыгнул? Наверное, на камне.
их так здесь разрывает, как будто у меня не скейт, а какое-то орудие для убийств. Хотя... Ух ты, вот опять мне как-то отскочил от камня этого. Если поменять стойку и увидеть... А как мне здесь? Как? Вот. В прошлый раз у меня не было проблем с прыжками в этом месте. Так, о чем это? Если, да, поменять стойку и посмотреть на него по-другому, то это и правда оружие для убийств. А, да, я же показать хотел. Нет, но не опять, но опять он завис. Как мне поменять? Во. Меня сейчас они так убить могут. Фу. Так можно очень долго жить. По одному хп всего лишь сносит. Ну нафиг, так хотя бы прыгнул. 8, 19 вообще кританула. Надо хпшки восстановить. Я даже вообще не представляю, зачем эта стойка здесь нужна. Блин, смайлик пропустил. Может быть, я как-то неправильно сражаюсь. А то просто на скейте, чтобы наносить больше всего урона, надо как бы... вот сверк... даже не знаю... этот трюк выполнять, вот этот сверкающий, прямо рядом с ними, и тогда будет наноситься больше всего урона. Может быть, как-то там в ближнем бою тоже по-своему есть свои приколы. Просто он... А, нет. Я думал, вот это огненный шок, который написан урон. Это что-то типа этого. Урона в ближнем бою, во. А вот этот демон на скейте, это получается мое второе воплощение. Я прокачать себя хотел. И то, что я тогда вижу вот этих всех уродов в виде демонов, это моего персонажа крышняк едет. Ха, неплохо. Хотя, да, учиться еще он не хочет. Живет в собственном мире, уничтожая людей с помощью скейта, еще бы у него с крышняк не поехал. Дошел я тут до второго уровня, пока разбирался во всем этом, смотрел, как у меня запись идет и все остальное. И как-то первый уровень не очень. А вот второй уже немножко... Да, почему он в этом месте не прыгает? Давай, зацепись и прыгни. Во, наконец-то. А то фигня какая-то, он страдает. Да, еще плакаты используются как чекпоинт. Ей, я успел. А то в прошлый раз не ждать его пришлось, когда он назад приедет. Так, о чем ты там говорил-то? Это говорил ли я вообще? А, да, второй уровень более-менее как-то поинтереснее. Еще можно будет себе друга найти, который будет с тобой бегать и уничтожать всех этих уродов. Если здесь находить и собирать огненные скейты, то можно еще прокачивать свои способности. Хотя зачем они нужны, если только против боссов? Там, да, наверное, придется попотеть. Интересно, на хардкоре жизни врагов увеличивается. Хотя зачем это делать? Два раза дольше только прыгать вокруг них. Во, все, первый уровень пройден. А их всего 5. Так, смайлики, да, их можно тратить, чтобы улучшаться. Дальше особо я не проходил. О, можно спокойно вот так вокруг них прыгать на одном месте, они даже урон наносить не будут. Только самое главное, чтобы они вот эти блоки ставить не начали. А то они могут этот блок постоянно ставить, и им приходится стойку менять, чтобы хоть какой-то им урон наносить. У меня 78, а там для увеличения урона вроде бы 100 нужно было. Да, точно, стоп. Ну, зомбари или панки, кто это, уроды.
Даже ничего не сносит. Хотя, может быть, я уже придрочился. Вот, фу ты. Привык к ней. Как бы поначалу-то мне не очень было удобно. Пока все здесь учился прыгать. Тут вроде бы все просто. Нажимаешь две кнопки. Влево, вправо. И прыжок, да, кнопка атаки. И все. Ну, все равно. Поначалу я как-то путался. О, вот это, про эти скейты я говорил. О, у меня новая способность появилась. Хотя, кстати, тут может быть больше 5 уровней. Это просто здесь поначалу показывается 5. Потому что, ну, если посмотреть вниз, то тут 49 скейтов можно найти. Ну ты чего издеваешься? Я же хотел туда запрыгнуть, и в этот момент ты мне решил какую-то фигню показать, чтобы я не смог прыгнуть. Блин, вот это подстава, а. Игра, ты больше так не делай, я за тебя 8 смайликов пропустил. А мне всего-то 9 нужно, чтобы себе дамаг увеличить. Вот это подстава. Интересно, на втором уровне будет босс? Да, точно, если здесь 49 огненных скейтов можно найти, то тут больше 5 уровней. Ну, не может быть, что вот на последний оставшийся... Ай, нога стекло. На последний оставшийся уровнях, то вот на этих трех находится 49 скейтов. Не... Никак такое не может быть. Блин, нее! Вот про что я и говорю. Хоп, и уже одну жизнь, получается, я потерял. Не смог до отсюда долететь. А так всего 5 жизней на всю игру. Не ладно бы, если бы еще игра была хорошая, ее бы хотелось перепроходить. Тогда да, можно было бы еще как-нибудь подзапариться и проходить все это. Нифига себе, ты как так летаешь-то. И проходить эту игру несколько раз, а так... Не, я бы не стал мучиться. А? 130. Да как вы так прыгаете? Что вы делаете? Только я умею так прыгать. Да что ты делаешь? Хватит. Прекращай. Гана вытворяет ниндзя какой. О, точно, я же могу дамаг прокачать. Сколько я сейчас носить буду? 15, 15, 22, неплохо. Оп-оп-оп, и опять я умер. Фу, уже 2 жизни потерял. Нафиг я ее убиваю? Я же могу просто вот так сделать. Oh, yeah. И эту тоже нет смысла убивать. О, нифига себе, она меня преследует. Я думал, она уже давно вниз упала. А тут нифига себе. О. Прекрасно. Ну-ка, надо вниз прыгнуть. Последний чекпоинт. А, чекпоинт-то здесь. Блин, вот это подстава. Я думал то, что сейчас там наверху окажусь и нормально соберу эти все смайлики. А нифига не получилось. Ты как, я еще и ни разу не упал, а? Если бы я в жизни бы так умел на скейте кататься. Get lost. Быстро они умирают, очень быстро. Это куда меня приведет?
Все, еще один будет уровень пройден. Неплохо. А это куда? А, я-то думал, вот какая-то уже секреточка. Нифига. Ух ты, нихрена себе, вы кто такие? Ты что еще за ящера? Ну, убиваются они, правда, такие же, не так же, как и обычные, но... В этом месте еще как-то и поатмосфернее. О, еще один огненный скейт, и я... Что я сделаю? 250 урона ему. Прокачаю себе что-то. Или новую способность открою. Блин, а вот здесь уже тяжело прыгать. М? Здесь надо прям к краешку подъезжать. Не-не-не-не, не хотел включать. Огненный шок. Е-е-е. А, я что-то там себе включил. Окей, я понял. Блин, придется теперь ждать, пока он опустится. Кстати, теперь, может быть, есть даже смысл пользоваться этой ближним боем. Какой-нибудь там, не знаю, охрененный урон будет наносить, когда вот способность буду активировать. Надо, кстати, испытать ее на ком-нибудь. Не хватает? Да, хватает. 29.33 у меня уже. Вот. Сейчас мог проморгать то, что там внизу ничего нет, и умереть. А, блин, в конце прям самым запоролся. Это что за подстава? А где чекпоинт был? А, прям здесь и был чекпоинт. Это хорошо. А то почему-то мне так показалось, то, что он там внизу. И тут оттуда начинать. Заново все эти двери открывают. Да-да, ну нафиг, я же там сверкнул своим скейтом. Почему он упал? Неужели у меня еще с этим бомбетом какие-то проблемы будут? Он же вроде легкий, да, ну как прыгаешь? Нажимаешь кнопку атаки. Прыгаешь, нажимаешь кнопку атаки. И все, больше ничего делать-то и не надо. Спокойно проходишь это место. Но что-то у меня как-то не получается. Ой. И куда мне? Что он там делает-то? А, да ладно, он убирает эту фигню. Ты ее жрешь. Нифига себе. А ты мне будешь помогать? Давай, что там с тобой? Жри эту вкусняшку, тебе же нравится. Офигеть. По-моему, это существо добавили только для того, чтобы мне вот надо было каждый раз по 5 секунд, или сколько он там эту штуку жрет, вот даже. Надо будет посчитать. Ну да, где-то примерно 5 секунд, чтобы я стоял и ждал, пока он все это сожрет. Чтобы не так быстро игру проходить. Газы тут повсюду. Будет жестко, если он во что-то мутирует. Он сейчас этих ядерных отходов наест. Был маленьким, станет каким-нибудь огромным чудовищем. Ну что, вполне возможно. Давай, друган, помогай мне, убивай их. Ну, ты не будешь мне никак помогать. Чё ты телепортируешься только? Или ты... О, помогай мне убивать его. Нифига себе, он еще тут... О, наплодил что-то. Ха-ха, мы его быстро убили. Это весь босс был? Да ладно. Даже полный хп не снял. Хотя что я хочу, это же не Dark Souls с этими бешеными монстрами.
когда я там до босса еще во второй серии не дошел, а уже, блин, очень много раз умер. О. Мне кажется, или это существо и вправду выросло? А, да не, мне всего лишь кажется. Ой, а я так скоро умереть могу. Уже умер. Ой, надо по-быстрому. О, блин, нифига себе меня там. У меня уже хп нету. И куда мне? Как мне наверх-то попасть? А, все, я понял. Мне надо вот сюда отскочить и сюда. А? Как, я был прав, нет? Так, ладно, мне сюда не надо. Надо посмотреть, что там находится. А, нет, мне как раз-таки сюда и надо. Что это такое вообще? Я не могу это никак разбить. Да ладно. А, дверь-то здесь открылась. А здесь закрылась, и я ништяк пропустил какой-то. Как-нибудь здесь можно умереть? Хоть как-нибудь, а? Наверняка же здесь где-то должно быть что-то такое, что меня убьет. Я смогу вернуться назад. Во-во-во, нашел. М? Это хорошо. Здесь наверняка что-то хорошее такое лежит, а? Блин! Все-таки упал вниз, да ладно. Бред какой-то. И теперь еще и не запрыгну. Но на этом моменте мне придется тоже время еще терять. Блин, хотелось разгончик. А чё у него вся пасть в крови? Ты меня скинул, что ли, специально, чтобы я туда не залез? А как так-то вообще происходит? Я туда прыгаю, он хоп и назад начинает. Это почему? Я просто туда попасть не могу. Как я только начинаю туда лететь, у меня управление теряется, он хоп назад отъезжать начинает. Что это за бред такой вообще? Как так? Еще раз проверить надо. Может, это меня глючит, у меня руки не слушаются. Нет! Я даже туда запрыгнул, взял специально. Назад поехал. Как-то. А-а-а. Видимо, мне потом все-таки придется туда вернуться. Да хватит блок ставить. Здесь же вон есть платформы, вот эти вот. Они, наверное, заработают. После чего мне надо будет туда вернуться и уже дальше пройти. Только тупи... странно, почему я сейчас не могу это сделать. И что у меня тут пооткрывалось? А, вот оно как. Ага. А дальше как? Что-то мне как-то не кажется, что я вернусь назад. Ну да, я точно уже назад возвращаться не буду. Может быть. Блин, меня вот все-таки не покидает чувство, что я там пропустил какой-то ништяк, меня это даже раздражает. Надо просто про него забыть. Там сам уровень не хотел, чтобы я туда пришел, но я не могу взять так просто и забыть про это. Блин, ты так... Как бы тебя назвать? Зеленое это существо.
Саблезубик. Может быть. Будешь зеленкой. Такая маленькая страшная зеленка. Почему именно так я его назвал? Нифига себе, 48 дамага ему прилетело. Всем бы так прям сразу же. Здесь когда-нибудь враги поменяются, или они все на однообразные будут? Если эта штука меня задевает, она мне сносит сразу 1/3 от моего здоровья. А я здесь... ведь не могу перепрыгнуть, да? А, нет, могу. Поехали, мой маленький зеленый друг. О, уничтожай их, они, блин, захватили нашу тележку. Какой-то лифт наш захватили, убивает. Они даже до меня добежать не могут, а мне туда прыгать не хочется, скорее всего, если я вот в электричество попаду. Да, больше никого не будет. Надо, кстати, испробовать. Это все? Да, как-то не очень. Этот удар. Мне вообще не понравился. Во. Ха. Я опять к этим панкам вернулся, еще и на поезде под такую музычку неплохо. Я бы даже ее погромче бы сделал. Ой. Так, настройки. Во. Под нее можно сжигать. Убивать этих уродов. Ну давайте ко мне. Собрать их в толпу. Человек так пьет. Сразу всех убить. Это что с ним по одному мучиться? Они еще и друг друга, оказывается, пинают. Они настолько злые, что ненавидят даже друг друга. Прямо в рожу скейта. Что это такое? Некоторые типы цены ты можешь отбить обратного врага, когда они рядом. Ударь их и нажав кнопку Е. А, так вот для чего мне на них ближний бой. И кто против меня сейчас выйдет такой умный, а? Блин, нет, не застревай, не надо. Да ладно, зелень. Ты вырос и вправду большого злого монстра, как так? Я же пошутил. Ты что творишь? Мы же друзья. Я даже не знаю, можно ли это отбивать. Нифига ты там шпаришь. А я их отбить должен? Так они же сверху летят. Вон, что-то новое вытворил. Бах. О, меня сразу же сожрал. Блин, а мне прямо отсюда начинать? Здесь еще и заперто. Ну, каждый раз ездить, убивать их, это как-то неприкольно. Во, прям сразу. Всех разом. Блин, они как... Не, конечно, предполагал, что такое может быть, но я прям никак не ожидал, что такое все-таки вправду произойдет. Что мой друг вырастет в это. Вы просто посмотрите, во что он превратился, зеленка. Тебе не надо было жрать это говно. Ему плохо, он пытается выплюнуть все это, чтобы ему полегчало.
только правда почему-то в меня. Я ему должен помочь как другу. Я должен избавить его от этого дерьмища, которое находится в его желудке. Не, надеюсь, бы мне, наверное, здоровье не помешало. Сейчас из-за того, что я в домах укачивался. Да я поменяй эту стойку. Это все? Я думал, мне как-то надо быть по-особому. Отбивать эти шары. К примеру, как контратаковать в Dark Souls будет так же сложно. А тут даже до них докасаться не надо. Я каким-то просто махнул своим скейтом, и он уже полетел. Он же вроде только 3 раза пальнул, а тут почему-то сколько... 5 раз приземлилась эта фигня. Вон, он сейчас должен начать стрелять. Ну-ка, отсюда-ка, чтобы он побольше шариков наплодил. Блин, а последний, что ли, меня все-таки ударил? Это только половина здоровья. Какой-то он скучный босс. Мне просто не надо попадаться под его косяки. И чё, мне так еще 4 раза с тобой делать? Ой, ну, остается 2 раза. В общем, 4. Уклоняйся от твоих плевков, а потом тебя это обратно выкидывать? Только я не понимаю, как тебя убивать. Ты этого говна нажрался. У тебя должен быть там резист 100% от этого дерьма, которым ты плюешься. Это же исходит из твоего желудка. Как тебе это вообще можно с урона наносить? Блин, опять я завис. О, неплохо. Еще разочек. Хотя, чё... Чё-то я предчувствую то, что мне следующего раза не хватит, и у него останется дэшка хп. Из-за чего мне придется еще раз уклоняться от его атак. Мне так жаль, что ты превратился в это. В это непонятное нечто. Сейчас отсюда уходить. Блин, все хп потерял сейчас, а? Как так-то? Я же отправил его обратно. Ну блин, вот как я и говорил, вот не хватило, как будто специально. Осталась эта дэшка. Мне сейчас вообще нельзя никак попадаться ни под одного, ну, его дерьмо, которое он меня, которое сейчас будет меня выдавать. Мы с ним прям на равных условиях, только, блин... Не, хотя нет, нифига не на равных. Ты там сколько наплевал? Не, ну нифига себе, не-не, живи! Фу. Сейчас самое главное не зафейлить. Сейчас самое главное в него отправить. Во, вот это. Во, фух, я прошел этот уровень. Фух, получилось. Но я не хотел его убивать по второму разу. Ну что ж так, ничего так, игрушка простенькая, ничего в ней такого особенного нету. Ну интересно, куда этот поход школьника все-таки заведет. Всем спасибо за просмотр, пока.